Здесь, что касается ситуации, которая была в поселке Борона, вот из края вон, как вам объяснить, она недопустимая, то есть такого быть не должно. И здесь к подрядчику, который допустил вот это нарушение, будет довольно-таки жесткое административное наказание. То есть по нашей версии, по версии МКУ управления городского хозяйства, подрядчик, который допустил нарушение, это ИП Ниткина, контракт по обслуживанию площадей. Соответственно, с нашей стороны, нашими специалистами, ну, в этот день, когда глава был на площади, еще в 8 утра был составлен соответствующий акт. И этот акт, заявление было отправлен в полицию ГИБДД города Назарова. Соответственно, они с своей стороны уже подготовили протокол. Сейчас ведут допрос, ну, возможных лиц, которые к этому причастны или не причастны. Будет принимать решение ГИБДД о том, кого привлекать к ответственности по этому нарушению. У нас запрошены уже все контракты, которые есть по этим направлениям, все планы задания. То есть, ну, опять же говорю, у нас есть определенные доказательства, которые доказывают вину, ну, подрядчика, который есть. Если вина будет доказана, он будет привлечен по статье 12.33, довольно-таки серьезные штрафные санкции в случае, если будет юридическое лицо, вплоть до 200 тысяч рублей.